Время поговорить о самой зубодробительной композиции с нового альбома греков, получившей название «Надвигающийся шторм». Как ранее, мы отыскали связь между завершающими треками альбома «Титан» и песней «Desert Throne», так в этот раз нас приветствует духовный сиквел трека «Апокалипс», представляющий из себя беседу человека как с планетой, так и со своими генами, где в обоих случаях человеку ставится ультиматум. Либо он прекращает сеять зерна бури в мире и начинает контролировать инстинкты, выходящие из-под контроля, либо сама планета вкупе с внутренним существом человека вынесут цивилизации смертный приговор. Говоря о надвигающемся шторме, сатирист делает определенный намек к работам Ницше, говорящим о разумной и всепоглощающей силе природы, которая всегда восстанавливает в мире равновесие. Так и грядущая буря оставит позади себя лишь девственный мир, каким он был до прихода человека.